Моя бобруйщина зеленая, сдаешься іншим ты, малой, с твоей березиной хваленою, из непрекметною алой. Никола Аврамчик. Если бы вам предложили в Бобруйске поработать ландшафтным дизайнером и его еще больше озеленить, какие цветочки, растения вы бы высадили? И где? Ой, мне кажется, он и так очень зеленый город. Голубых ели, вот, например, как вот здесь вот маленькие, красивенькие, таких вот, очень нравится нам. Ну, цветочков, конечно же, где-нибудь бы облагородили территории. Хватает в Бобруйске таких мест, где можно было бы посадить растений. Наверное, васильки, колокольчики. Вот сюда вот. Я приезжий, так что я знакомлюсь с вашим городом. Мне все нравится. Здесь очень зеленый город. У нас уже в Сибири зима. Наши. Липу, березу, клен. Каштан тот же самый. Ну, может, некоторые даже сменить уже пора от старости. А я бы ромашками все засадила. И розами. Любишь ромашки? Да. Не Наташка тебя зовут? Нет. А как тебя зовут? Дарина. Больше хвои и каштаны, потому что каштаны – это наша визитка. Клен, дуба, каштан. А цветочков можно больше посадить. Ну, как бы каждый человек хочет, чтобы было зелено, красиво. То есть, или недостаточно, может быть. Ну, у нас очень красивые скверы, извините, я вам ничего не могу предложить. В очередной раз убедились, Бобруйск – зеленый город. Здравствуйте, с вами Надежда в городе Бобруйске. И у меня провокационный вопрос. Приходилось ли вам смотреть на наш город с крыши? Что-то мне подсказывает, что многие ответили «да». Вот и мы решили взглянуть на Бобруйск с высоты. Внимание, не повторять. Опасно. Сегодня мы решили рассказать вам, как прекрасен наш город с высоты птичьего полета – крыши Бобруйска. Если на любые города смотреть сверху, то крыши кажутся одинаковыми. Но если присмотреться, они неповторимы, как отпечатки пальцев разных людей. Сегодня бобруйские крыши разнообразны, как и сами бобруйчане. У каждой свой характер. Старые застройки пестрят лепниной, декоративными розетками, завитушками и козырьками. Если учесть, что каменным наш город стал только в начале 20 века, после пожара, в 3 метрах над уровнем мостовой мы наблюдаем полное смешение стилей. От барокко до провинциального соцреализма. А еще крыша когда-то могла очень много рассказать о социальном статусе своих хозяев. Например, в центре Бобруйска старинный дом Кацнельсонов, помещиков. Многоступенчатая, с башенками, очень вычурная. Она говорит о том, что когда-то здесь жили люди образованные. Во всяком случае, сказку «Теремок» они точно читали. Совершенно по делу сейчас не расположилась детская библиотека. Не могли мы пройти и мимо одной из самых примечательных бобруйских крыш. Она укрывает от непогоды здание бывшего дома офицеров. Сейчас это бобруйский филиал Белорусского государственного экономического университета. Здание 32-го года постройки, но саму крышу восстанавливали в конце войны. При реконструкции здания были обнаружены здесь обрывки немецких газет, фотогазеты. Были различные так, немецкие погоны солдат. Это говорит о том, что отдельные виды работ, естественно, здесь выполнялось руками военнопленных. Уникальность этой шатровой крыши в сложной балочной конструкции. Знакомиться с немецкой технологией приезжали даже столичные архитекторы. Данная кровля будет существовать и служить длительное время. То есть сделано досколь добротно сделано, что еще послужит многие-многие века здесь. Еще одно здание, получившее современную крышу – водонапорная башня, ставшая сейчас рестораном «Червоная вежа». Это футуристическая конструкция из стекла. Есть здесь и флюгер в виде бобра.
А вот на смотровой башне здания МЧС по улице Минской есть и флюгер с пожарной символикой, и балкон для смотрящего. Правда, сейчас он выполняет чисто декоративную функцию. Улица Минская радует бобручан и другими архитектурными сюрпризами. Дом-скворечник на пересечении Пушкинской и Минской – это и вовсе наша бобруйская достопримечательность. Крыша у него такая же сложно сочиненная, как и сам дом. Говорят, что такой же брат-близнец у этого дома есть в Токио. А еще местные шутят, что где-то там наверху осталась пустая квартирка с круглым окошком, на которую осталось поставить только крышу. Сейчас большинство бобруйчан живут под общими крышами многоэтажек. Романтика старинных чердаков, голубятин и солнечных ванн на горячем шифере давно ушла в прошлое. Но порой так тянет посмотреть на любимый город сверху. Наблюдать за городом с высоты птичьего полета, конечно, прекрасно. Но вот ходить по крышам строго не рекомендуется. И главное, помните, крышу нужно беречь. Потому что, как говорят у нас в Бобруйске, у каждой крыши свой стиль езды. Реалии жизни таковы, что иногда именно крыши не дают бобруйчанам покоя. Это если прохудятся. Впрочем, всегда можно застраховаться от непредвиденных случаев, что большинство предприимчивых бобруйчан и делают. Мы, бобруйчане, люди позитивные, но и с нами иногда случаются неприятности. Случилось так, что гроза вот была. И выбила всю технику. И мне возместили. Так что мне понравилось это дело. Сама система страхования появилась очень давно по принципу «ты мне, я тебе». И не исключено, что это наше бобруйское изобретение. Каждый человек, соответственно, имел в запасе какое-то бревнышко. Какую-то досочку. И когда случилась беда, соответственно, пожар, каждое селение приносил по этому бревнышку. И соответствующим селением делалось. И фактически сам себе человек обеспечил безопасность. А вот госстрах появился в Советском Союзе в 1921 году. Не знаю, как в других городах, но у нас в Бобруйске до настоящего времени существует целая система суеверий, связанных со страхованием. Год проходит, ничего не случается. Второй год проходит, ничего не случается. Третий год проходит, ничего не случается. Ну, сели с женой, подумали, ну, зачем платить страховые взносы, если ничего не случается. И говорит, буквально вот закончили страхование, через где-то месяц, вот в течение месяца, жена ломает ногу, квартиру заливает, машину разбивает. Черт побери! Черт побери! Решение принято было одномоментно, опять же заключили договоры страхования, и вот, говорит, опять уже в течение 2 лет ничего не случается. Бобруйский филиал «Белгострах» – это целая агентурная сеть. Страховые агенты, большинство из которых женщины, старательно отрабатывают свои участки. Майе Ивановне через год 80 лет, а она еще в строю. А сами застрахованы? Все, что можно, я застраховала. На сегодняшний день с бобруйчанами заключено более 80 тысяч договоров. Бобруйский рекорд – квартира, застрахованная на 500 миллиардов белорусских рублей. Из новых видов страхования вот сейчас появились страхование электронных переносимых устройств. То есть те же самые мобильные телефоны, ноутбуки, страхование от кражи. Затем страхование вот владельцев животных, о которых я уже упоминал. В случае возмещения не были, застрахован ребенок. Вот. А себя не страхуете? Себя нет. А как вообще к страхованию относится? Ну, честно. Положительно. Так. Хорошо отношусь. Вы знаете, я не страховалась, в общем-то, никогда и не сталкивалась. Никогда не страховался, не было никаких случаев. Ну, возмещали это, когда дети еще были маленькие, это были ли травмы у них одному и второму. А теперь я страхую жилье. Ну, как бы на всякий случай, мало ли что, конечно. Бывает в жизни. Говорят, от неприятностей никто не застрахован. Правда, с этим можно смело поспорить. Ведь, как известно, даже акробаты не выходят на арену без страховки. Берегите себя и будьте осторожны. Мы таки продолжаем. Не за горами Всемирный день приветствий. И у нас в Бобруйске люди умеют здороваться. Некоторые весьма колоритно. Итак, здравствуйте на вас!
Как здороваются в Бобруйске? Не знаю, как здороваются. Говорят, здравствуйте, но если что-нибудь спросить, скажут, ищите сами. Здравствуйте, добрый день. Всем добра. Ну, приветствуются, обнимаются люди, говорят чао, привет, рукопожатие. Столько приветствия можно сделать, это вообще. Здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Здравствуйте. Как здороваются в Бобруйске? Здравствуйте, добрый день. Очень приветливо здороваться в Бобруйске. Здравствуйте на вас. Здравствуйте, до свидания. Вот так, а как иначе? Всего доброго. Между прочим, в разных странах приветствия бывают весьма оригинальными. Например, в Тибете, приветствуя друг друга, высовывают язык. А во многих арктических регионах, включая Гренландию, используют так называемый эскимосский поцелуй. Во время приветствия один из встретившихся прижимает свой нос и верхнюю губу к коже другого человека и дышит. Кстати, в Бобруйске учатся чрезвычайно воспитанные молодые люди. В преддверии Международного дня студента наша съемочная группа отправилась в Бобруйский филиал Белорусского государственного экономического университета. Здравствуйте, мы услышали десятки раз, что не может не радовать. По крайней мере, экзамен на любезность бобруйские студенты могли бы сдать на отлично. От сессии до сессии бобруйские студенты, как и многие другие, живут весело. А уж потом, если знаний не хватает, на помощь приходит смекалка. Ну, конечно, это шпорки, но кто куда ложит, это уже своя система. Кто в карманы, кто в сапоги, кто приклеивает на резинки, кому как больше нравится. Кто-то еще маникюр делает, шпоры на маникюре. Очень-очень мелко, это очень такая кропотливая работа. Это девочки или ходят к мастеру, чтобы они делали, или сами как-то пишут. Ну, много не напишешь на ногтях, если только длинные. Наивным бобруйским студентам кажется, что преподаватели шпаргалок не замечают. Те только улыбаются. Заходит студентка, становится, вытягивая билет, говорит номер билета, поворачивается, щелк, из-под спадницы вылетает здоровенная такая бомба, таким вот тушком и рассыпается по подлозе. Я говорю, за 3 секунды сберешь, 4 поставлю. Не собрала. Коль студент трудился над бомбой, значит, что-то да знает. Улыбается завкафедра экономики и управления Николай Рацевич и вспоминает свои студенческие годы в Горицкой сельхозакадемии. У нас был такой профессор Леньков, его предмет – экономико-математические методы. А мы его называли «Это моя могила» студенты между собой. Именно к этому суровому преподавателю и направился будущий кандидат экономических наук, которого однокурсница снабдила качественными бомбами. Вытягивает. Точно такой билет. Только что минуту тому назад нам не рассказывал. Я сел на последнюю скамейку. Добросовестнейшим трудом переписал это все, что было написано. Пошел сдавать. По пятибалльной системе сдал на 4. Оказывается, у студентов прошлого была масса примет и условностей при сдаче экзаменов. Например, накануне сессии ни с кем нельзя было ссориться. Если споткнулся на правую ногу, жди беды. Или вот еще. Пары заходишь, то первый хлопец, другая девчина, те на отворот, и на это сочили. Потом они глядели, что там як рассесться, они уже домовляются, что там сидеть спереду такие больше породистые, а сзаду больше худая. Вот, как бы это самое не было видать. Преподаватели вздыхают с грустью. Время шпаргалок, написанных от руки, проходит. Наступила эра механических систем списывания. И тут уж держи ухо востро. Лопух, не догадался? Так как я левша, ну, у меня телефон, я левша, я так ложу, его незаметно. А если встает, то приходится выкидывать телефон с парты аккуратненько. Сколько телефонов уже поменял? Ну, после того, как выкидывал. Пока не менял, просто разбитый, но не менял. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. При нем. Как слышно? Мы со студентами, как ниточка с иголочкой. Мы к ним, а они от нас, шутят преподаватели. И с удовольствием раскрывают студентам секреты подготовки и сдачи экзаменов. Откладываешь книгу, берешь, значит, интересную книгу «Детектив», разгоняешься и тут же меняешь, значит, книгу на конспект и проскакиваешь там пару лекций, она запоминается очень хорошо.
Вот студенты многие не понимают. Когда даже не удовлетворительно ставить или такую оценку, да, надо всегда сказать: спасибо, Николай Григорьевич, когда еще приди вам сдать знания, свои знания рассказать. С наступающим праздником вас, товарищи студенты! Да, и сдуйте пыль с зачетки, скоро пригодится. Студенты всегда остаются студентами, находчивыми, жизнерадостными и веселыми, особенно у нас в городе Бобруйске. Между прочим, предполагают, что слово «шпаргалка» происходит от латинского слова «спарганум» – «пеленка». Скорее всего, первые шпаргалки создавались на больших носителях. Ход шли палочки, уголь, перья. Скорее всего, охотничьи инстинкты у экзаменаторов средних веков были не так развиты, как у современных. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Для многих слова этой песни до сих пор имеют глубинный смысл. И пусть комсомольских организаций сегодня не существует, бобруйские комсомольцы никуда не делись. Они также молоды, пусть и в душе. Бобруйск комсомольский, вашему вниманию. Вот они, первые комсомольцы города Бобруйска. В 1918-м в клубе «Труд» прошла первая Бобруйская уездная конференция молодежи, которая и положила начало созданию комсомольской организации города. С тех пор комсомольцы-бобруйчане всегда были в авангарде. Добровольцами уходили на фронт во время Великой Отечественной, поднимали город Бобруйск из руин в послевоенные 50-е. Время это было сложное и... Очень веселое. Никто о деньгах даже речи не вел. Все на общественных началах делалось. И какая делалась? Нужно городской парк посадить, бобруйские комсомольцы первые. Мост построить с радостью. Помогали и милиции следить за общественным порядком. Милиции-то было немного. По сравнению с сегодняшним днем, наверное, 1/10 часть было. 60 человек всего лишь всех. И нас было человек 40-50. И дежурили, ничего страшного было. На общественных началах. В 50-х прошлого века в СССР началось освоение целинных земель. И здесь комсомольцы нашего города в стороне не остались. Отправляли на целину только самых лучших. Очередь стояла. Очередь стояла. Постоянно были люди. Возьмите меня, возьмите меня. Но не всех. И ждали еще. Ты там замешан на участие в милиции. Иди отсюда. Тебе нечего здесь делать. А как оживился Бобруйск комсомольский накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года? Спортивные соревнования, смотры художественной самодеятельности и заветная путевка в Москву. Впрочем, в 1985-м комсомольцы города Бобруйск успех повторили. Нам давали путевки туда. На 3-4 дня, не помню, 3-4 дня собиралась группа, 30 человек, и туда. И этих 3-4 дня ходили по Москве. На 70-е прошлого века пришелся пик строительства в городе Бобруйске. В основном на стройках работала молодежь. В 1971-м всесоюзной ударно-комсомольской стройкой был объявлен Белорусский шинный комбинат. Был заложен первый камень строительства Белорусского шинного комбината, а затем и само строительство. И вот на всесоюзную ударную стройку, на строительство, как и на другие ударные в Советском Союзе, ехала молодежь со всего Советского Союза. Ехала молодежь не по принуждению, по зову сердца. Так же и работала. На стройке создавали интернациональные бригады. С Армении очень много молодежи было. Значит, с России, с Украины, даже с Казахстана все ехали на комсомольскую ударную стройку. И особенно с тех регионов, где уже были построены шинные комбинаты. Но самое главное, работали и жили комсомольцы города Бобруйска весело. С энтузиазмом смотрели в будущее и с песней шли по жизни. С песней шли на демонстрации, шли на парады. С песней шли на праздники, с песней ехали на работу в колхозы, в совхозы тогда приглашали молодежь на разные сельхозработы. И как бы ни трудно было, все равно побеждала песня. Вряд ли бобруйские комсомольцы думали о политике. Они просто жили. Ведь в то время комсомол и молодость были синонимами. И не только в городе Бобруйске. Говорить, время меняет наш город, но нельзя сказать, что до неузнаваемости. В Бобруйском краеведческом музее собрали уникальную коллекцию фотографий Бобруйска ушедшего и нынешнего. Смотрите и узнавайте. Музыка.
Помнить прошлое приятно, но цепляться за него не стоит. У жизни свои законы, и самый главный из них – только вперед. На днях в городе Бобруйске после реконструкции открыли зал карате. Молодняк осваивает кото, а родители не могут нарадоваться. Тем более, что и сами приложили руки к реконструкции. Как говорят у нас в Бобруйске, новое – это хорошо отремонтированное старое. Как вот этот зал карате. Его открытие после большой реконструкции ждали и тренеры, и родители, и юные спортсмены. Ведь сколько времени приходилось светиться, так сказать, по чердакам да подвалам. Сейчас для занятий созданы все условия. Этот зал лучше, он больше, комфортнее здесь. Раздевалки здесь, ну, красиво сделаны. Все. Татами новые здесь также. На татами очень удобно заниматься. Здание, в котором расположился зал карате, больше 60 лет. Состояние у него, мягко говоря, было не ахти. В конце августа его передали Бобруйскому центру творчества детей и молодежи. Требовался капитальный ремонт, на который ушло 2 месяца и 300 миллионов рублей. Работы были проведены большие, начиная с ремонта крыши, покраски фасада внутри здания. Ремонтировали зал всем миром. К реконструкции приложили руку и городские власти, и спонсоры – Бобруйский водоканал, и предприятия теплоэнергетики, и тренеры, и даже сами спортсмены. А уж сколько сил потратили родители. Но нам, обручанам, для любимых чет ничего не жалко. За родительские средства установлено пластиковое окно в тренерской, металлическая дверь, козырек, перила на входе. Ну и все, что вы видите в зале, это все сделано руками родителей, тренеров и детей. Сейчас будущие сенсеи из города Бобруйска занимаются в тепле, светле и на новеньком татами. Наш Бобруйск – город высоких спортивных достижений и внушительных спортивных объектов. Но уже если говорить откровенно, из маленьких спортзалов нередко выходят великие спортсмены. Здесь просто надо создать условия, то есть элементарные, да, чтобы было где раздеться, умыться, как бы где позаниматься, чтобы там было тепло, сухо и светло. Вот такой пример. Уважаемые земляки, считаю своим долгом напомнить вам, что вечерние наряды нужно держать на видном месте. С 12 по 17 декабря в городе Бобруйске пройдет Республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марцинкевича. Это будут показы спектаклей, театральные постановки, театрализированные концертные программы по пьесам белорусских авторов. Как говорится, спешите видеть! Течет жизнь у нас в городе Бобруйске, в самом лучшем городе. Нет-нет, зачем нам хвалиться? Все и так знают, что Бобруйск – особенный город. А чтобы бывать в нем чаще, включайте телеканал «Беларусь-2» или заходите на сайт tvrmogilev.by. С надеждой на скорую встречу, ваша Надежда.